скорость. Скорость? Кто ты? Тогда Франческо моментальность. Франческо жик и финишировал. Франческо нравится Макуино. Наивный и смешной, такой смешной. Ты хвастливая. Давление в шинах отлично! Масло и двигатель в гармонии! Наша школа! Что он делает в боксах на виду у всех? Играет свою роль, даже я поверить готов. А что за имитация ржавчины? Как много труда вложено. Но почему он не выходит на связь? Возможно, опасается слежки. Терпение. Да, так точно. Созреет, даст сигнал. И раскроет тайну, кто возглавляет сеть. Воспользовавшись прямым участком, Франческо нарастил отрыв. Держись, парни! А вот и грунт! Вот она! Скользкая земелька! Маквин, пора обгонять! Только зайди поширше! Ну-ка, чему тебя учил док? Понял, мэр. Ух ты! Франческо занесло! Он потерял скорость! И Маквин спешит забрать инициативу. Пару секунд, и Франческо похоронил лидерство в сырой землице. Вовремя подсказал мэтр. Так держать! Я-ху! А Маквин катится впереди! Счастливый, как броневик после года выживания! Снова асфальт, снова жесткая борьба за место под солнцем. Франческо потерял массу времени на грунте. Да, ему надо здорово потрудиться, чтобы вернуться в лидеры. А гонка уже у радужного моста, чья петля описывает полную окружность. Пора! Ну, держись. Это странно. Он всегда предпочитал риску точный расчет. Фарам своим не верю. А чё? Наш эвакуатор, ты помнишь? Тот, что был в туалете? Да, которому американец передал устройство. Ну и что с ним? Да вон он на петле, не смотри. Сейчас, поздороваюсь.